Сегодня в Вене начнется главное музыкальное шоу года. В 10 вечера телекомпании 40 стран начнут прямую трансляцию из Австрии, где пройдет первый полуфинал юбилейного Евровидения. Слоган этого года «Возводя мосты через языки стран и поколения» объединит многомиллионную телеаудиторию. Откроет шоу, как и 60 лет назад, большой симфонический оркестр. Это будет единственное живое звучание музыкальных инструментов, ведь по последним правилам разрешено только вокальное исполнение. Зрители увидят магический мост, который воплотит идею равенства и соединит звезд и простых фанатов. К тому же белорусы сегодня будут участвовать в телефонном СМС-голосовании. Нашу страну на Евровидении представляют Юзари и Маймуна, они споют под номером 11. Шоу в прямом эфире покажет единственный в стране официальный обладатель прав на трансляцию Белтелерадиокомпания на каналах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Начало в 10 вечера. Комментировать конкурс будет журналист агентства теленовостей Евгений Перлин. Не пропустите.